Итак, девчат, всем огромный привет! Меня зовут Лариса, я безумно рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы продолжаем с вами вязание детского кардигана. Но прежде чем мы приступим к расчетам, я хочу вам напомнить, чтобы вы обязательно подписались на мой Инстаграм, потому что именно там вы узнаете все самыми первыми. И обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что как только на моем канале наберется 100 тысяч зрителей, я перестану писать платные описания в формате PDF. Все будет доступно бесплатно на моем YouTube-канале. Да? Ну и давайте приступим. Так, и начинаем мы с того, что мы берем то же самое изделие и начинаем его измерять. Я думаю, что с длиной до проймы вы разберетесь сами. У меня это будет чуть длиннее, чем эта кофточка. Я уже, в принципе, связала, я уже и вот до сюда связала пройму. Давайте теперь вам все еще раз расскажу, покажу. Что мы делаем в первую очередь? Мы измеряем. Ой, девчат, у меня просто небольшие неполадки с моим ноутбуком. Я не могу снимать пока на камеру, снимаю на смартфон. Мы измеряем ширину. Получаем 34 сантиметра. Запишем, ширина изделия 34 сантиметра. Но я хочу буквально на грамм побольше, я прибавлю еще 2 сантиметра, чтобы это было не в облепон. Я вообще, знаете, за такую детскую моду и слегка а-ля взрослую, я не люблю, когда детей там как елку новогоднюю украшают, да, как Ольга Кондратьева говорит. Да, то есть я за такую а-ля взрослую моду. Итак, ширину изделия измеряли 34 сантиметра. Дальше измеряем. Даже, наверное, я еще сделаю пошире, ну, вот как раз за счет планки. Дальше нам нужна пройма. И будем измерять пройму. Ставим ее, опять точно так же, фломастер внизу. И измеряем от самой верхней точки. Получаем 14,5 сантиметра. Значит, высота проймы 14,5 сантиметров. Глубина проймы. Нахожу самую выпуклую точку. Ставлю. Вот она. Там какие-то миллиметры, ну ладно. 6,5 сантиметров. Глубина проймы 6,5 сантиметров. Дальше у меня идет глубина выреза. Но смотрите, здесь у нас идет глубина выреза с учетом воротника стойки. То есть, мне нужно все-таки вот, измерить ее вот в моем случае, да, точно так же, как она и есть. И увеличу я ее как раз-таки за счет того, что я добавлю сюда еще планочку. Поэтому я измеряю как есть. 15,5 сантиметров ширина горловины. 15,5 сантиметров. И ее высота по переду. По спинке тоже нужно будет. По переду. Получается 4,5 сантиметра. Высота горловины 4,5 сантиметра. У меня еще есть скос плеча, достаточно большой. Ставлю ровненько. Измеряю его до верхней точки. Получаю тоже 4,5 сантиметра. Значит, скос плеча тоже 4,5 сантиметра. То есть, это, грубо говоря, когда я начинаю вывязывать горловину, я начинаю формировать уже и скос плеча. По спинке давайте мы вот так сравним. То есть, вот у нас заканчивается горловина. И сколько нам там до нее? Давайте измерим. Вот, ровненько положила. 2 сантиметра разница. Так, напишу. Значит, а на спинке, вот так вот в скобочках я себя отмечу, 2,5 сантиметра. Все, больше мне ничего не нужно. Теперь мне нужно построить
вот такую штуку. Это у меня горловина, это у меня скос плеча и пройма. Очень часто пройму вот тут немножечко делают, ну, вот такой. Мы с вами тоже так сделаем, тем более, что на нашем изделии это тоже так. Высчитывать ничего мы не будем. Можно высчитать, но не будем. Смотрите, я вам сейчас расскажу горловина и пройма. По переду, по спинке рассчитывается немножечко по-разному. Я вам и то покажу. Значит, первое, с чего мы начинаем. Глубина проймы. Вот она. Она у нас делится по переду на 4 части. Итак, глубина проймы. Все вот это значение мы сейчас будем переводить в петли и в ряды. Я напоминаю, что моя плотность 2,5 петли и 3 ряда. Значит, ширина изделия у меня 34 сантиметра. Плюс 2 это 36, равно 18 сантиметров ширина одной полочки. И плюс у меня сюда еще будет 3 сантиметра на планку. Если впереди я это сейчас учитывать не буду, то когда я начну считать спинку, я вот эти 3 сантиметра туда приплюсую. То есть вот мы их сюда как бы, да, отметили, чтобы не забыть. Можем сразу сюда. Ширина спинки. У нас получается 36 и плюс 3, 39 сантиметров. Все, тут все понятно, да? Так, значит, перевожу 18 сантиметров в петли, получаю 45 петель. То есть, вот сюда, вниз, я буду набирать 45 петель. Вот сюда, от резинки. Набираю, вяжу. Как распределю узор? Давайте тоже сейчас сразу вам расскажу. Вот смотрите. 45 петель. У меня идет, это без учета кромочных, то есть тут еще будут плюс 2 кромочные. От кромочной у меня идет 1 изнаночная, цепочка из 8 петель, 1 изнаночная, 17 петель рисунок, 1 изнаночная, 8 петель цепочка, еще 1 изнаночная. И сколько петель у меня остается, я пускаю на резинку. Самое главное, здесь обязательно набрать нечетное количество петель. И я рекомендую сделать так, чтобы по лицевой стороне около кромочных были изнаночные петли резинки. Да, я думаю, тут все понятно. Другую полочку, соответственно, вяжем зеркально. Так распределяем все зеркально. Едем дальше. Высота проймы 14,5 сантиметров. Ну, давайте уже до 14,5 сантиметров. Это у нас выходит, ну, там с округлениями, да, 44 ряда. Дальше. Глубина проймы 6,5 сантиметров. Ну, честно говоря, я перемерила. Мне кажется, что-то многовато. Давайте-ка. Чуть перемерим. Давайте-ка еще раз. Поставила ровно. Взяла сантиметрику. Чтоб ничего никуда. 5,5. Это я, наверное, неправильно записала, да? 5,5 сантиметров. Перевожу все это в петли, получаю 14 петель. Ширина горловины. Ширина горловины у нас 15,5 сантиметров. Так, сейчас я посчитаю. Так, это у нас 38 петель. Ну, плюс еще планка, мы помним. Девочки, что такое ВГ? Высота горловины 4,5 сантиметра. Это получается у нас 14 рядов. 14 рядов по переду. А по спинке это будет... Ну, тут минус 8 рядов. Скос плеча. Ну, высота плеча. У нас равен высоте горловины, то есть глубине горловины, то есть 14 рядов. Но это будет и по переду, и по спинке, да?
Так, ширину спинки мы пока не трогаем. Мы ее, интересно, сейчас тоже посчитаем. Итак, из всего этого, что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы разбираемся с формированием проймы. Значит, глубина проймы 14 петель. Мы их распределяем следующим образом. Делим 14 на 4, ровно не делится. Я уже как бы для себя посчитала, я вам сейчас запишу уже свое, да, и вам объясню. 4, 3, 4, 3. То есть я распределила уже сразу вот так. Первые 4 петли я закрываю сразу. Первую часть закрываем полностью. Вторую часть нам нужно поделить на тройки. То есть у меня все равно был бы один в остатке, и я бы ее вот сюда подправила, потому что третью часть мы делим на двойки. И третью часть мы закрываем по единичке. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь точек разворота, это 14 рядов. Мы себе пометим вот это, то, что это 14 рядов. Нам это нужно, это важно. Да? Дальше. Всего высота проймы у нас 44 ряда. То есть вот эта вся величина, это 44 ряда. То есть у нас с вами остается 30 рядов до того, как мы начнем формировать горловину и скос плеча. Что мы делаем? Мы из 44 вычитаем 14, остается 30. Из этих 30 мы вычитаем 1 прибавка, 2 прибавка. То есть вверху можно 3 сделать, можно 4, сколько угодно. Но мне кажется, 2 будет достаточно. Это не поддается каким-то логическим объяснениям, просто я так уверена. Это с опытом уже потом приходит. Можно это не высчитывать. 2 петли. Даже если вы сейчас считать это начнете, там будет меньше сантиметра, поверьте. Значит, минус. Они будут через 6 рядов. То есть тут 6 рядов и тут 6 рядов. То есть минус 12 рядов. Получается 28. От вот этой точки до прибавки мне нужно будет провязать 28 рядов. Да, ой, только не 28, а 18. То есть вот тут 18 рядов у нас будут разделять вот этот участок. Делаю 2 прибавки плюс 1 петля. И плюс 1 петля около кромочной. Я вам покажу, как. И все. И приступаю к горловине и к скосу плеча одновременно. Давайте разбираться теперь с горловиной. Так, ширина горловины у нас 38 петель, но у нас будет с вами планка. Планка будет 3 сантиметра, то есть как бы у нас ширина горловины в данном случае измерена без учета этой планки. Поэтому для переда мы вот эти 38 петель просто делим пополам. Сюда 19 петель и с другой стороны 19 петель. Теперь смотрите. Вот эти 19 петель делим на 5 участков. Стоп, чтоб я вас не обманула. Так, да, на 5 участков. Итак, ровно не делится. 20, ну, грубо когда 20 на 5. Получается, здесь мы разом закроем 4 петли. То есть, грубо, смотрите, мы вот так поделили. Да, грубо. То есть 4, 4, 4, 4, 3. Ой, подождите. Раз, два, три, 4, 5. Да, все правильно. Здесь 4. Здесь я закрою 3 петли. Здесь я закрою 2 раза по 2. Итого у меня уже 8 рядов занято. Даже можно здесь закрыть 3, потом закрыть 2, то есть одна отсюда петля у меня, вот они компенсируются, 2. 2 раза по 2, это точно 1, 2, 3, 4, 5, 6, уже 12 рядов занято, у меня осталось всего 2 ряда. А тут у меня 3 петли. Ничего страшного, я закрою 2 раза по 1 петле. То есть получается у меня будет отдано не 19 петель, а 18 горловину, то есть... Ну, все это как-то миксуем. Либо, если хотим уж 19, тогда третью тройку сюда или сюда пятерку. Вот давайте сюда пятерку, сюда ставим двойку и выйдем на 19 петель наших. Все, определили. То есть 5, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1. Но в этот же момент у нас начинается скос плеча. И теперь нам нужно посчитать,
сколько петель у нас остается на скос плеча. Как мы это с вами сделаем? Мы из 45, давайте вот здесь посчитаем, от 45 отнимем сначала 14 петель нашей проймы, затем отнимем 19 петель горловины и прибавим вот эти 2 петли. Получаем 31, девочки, сейчас, получаем 14 петель. 14 петель у нас скос плеча. 14 петель скоса плеча мы должны пройти за 14 рядов, то есть это получается, мы должны по одной петле разворачиваться, что, на мой взгляд, фигня фигневая, да? Я хочу сделать по-другому. Я смещу чуть, получается, как бы чуть горловину вниз, а скос плеча как бы немножечко подниму, ну потому что сами посудите, что это ерунда полнейшая. 14 петель на скос плеча. Я сделаю здесь всего 4 точки. Вот так, то есть 4 участка. 14 на 4 ровно не делится. Делится с остатком. Получается, самые большие участки мы отправляем к горловине. 4 петли. Ой, да, 4 петли. 4 петли. А сюда по 3 петли. И 3 петли. Все, как бы плюс у нас-то есть еще 2 кромочные. Значит, мы одну кромочную плюсуем сюда, одну сюда. То есть тут мы заденем с вами 5 петель в самом начале. Я все покажу. Тут будет 4, тут будет 4, а в конце 3. Да? И что из этого следует? То, что горловину мы начнем с вами вязать чуть-чуть раньше. То есть, смотрите, что у нас из этого выходит. Горловина у нас занимает 14 рядов. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 рядов. Ну, пусть 16 рядов, ничего страшного. Хорошо, горловина у нас занимает 16 рядов. Из этих 16 рядов, мы убираем 8 рядов, получается, подождите, да, 8 рядов, как скоса плеча, остается 8 рядов горловины, которые должны быть провязаны еще в момент формирования оката, простите, проймы. Получается, что вот они наши расчеты. Посчитаем сейчас, да, где нам горловину-то начать, в каком ряду. Значит, всего у нас 44 ряда. Из этих 44 рядов мы просто вычитаем 8 рядов горловины, которые должны быть там провязаны. Получаем 36. То есть с 36 ряда мы начинаем формировать горловину. Все, все очень просто. С 36-го, либо с 35-го, 37-го, да, на противоположной полочке где-то будет там в нечетных рядах формироваться. И на этом все. Вот так вот все это выглядит просто. То есть все. От начала ряда 14 рядов провязали узора нашего. Осталось 30 рядов. Довязали до этих прибавочки делаем, да, и не забываем, что в последние 8 рядов формирования, то есть тут легко, да, мы первую прибавку сделали, от нее 4 ряда провязали и начинаем формировать горловину. Как раз пока мы ее доформируем, мы доформируем с вами последнюю прибавку. Все, все очень просто, да. Теперь, что касается спинки. Что касается спинки. Значит, возвращаемся, да, давайте, ну давайте здесь. Я думаю, как распределять петли сложности не возникнет, но на всякий случай. В принципе, можно оставить точно такую же пройму для спинки, но она там считается немного иначе. Смотрите.
Значит, ширина, вот у нас 36 петель, 36 сантиметров, простите, да, плюс 3 сантиметра, 39 сантиметров. Это ширина нашей спинки. Мы ее переводим в петли. Это все без учета кромочных. Да? Мы получаем 86 петель. Плюс 2 кромочные у нас будут. Узор распределяем следующим образом. Посередине, как бы от центра будем идти. 86 петель. Посередине цепочка из 8 петель. А между узорами, смотрите, поскольку нам нужно компенсировать вот эти 3 сантиметра, мы их будем компенсировать не только резинкой, чтобы визуально, как бы, сейчас я вам покажу, о чем я говорю. Как бы во взрослом изделии эта компенсация не нужна, у нас есть грудь. Но в детском изделии это надо компенсировать. То есть здесь у меня одинаковое количество петель резинки, у меня перед больше. Но если мы говорим о детском изделии, у нас напереди будет одно количество петель резинки, а на спинке будет больше. Так вот, чтобы минимизировать, чтобы они максимально одинаковыми были, мы вот тут между узорами будем провязывать не по одной изнаночной, а по две. Итак, 8 по краям по 2 петли. Дальше по 17, 2, 17, 2. По краям еще 8. А вот цепочка, которая разделяет, вернее, петля, которая разделяет цепочку и резинку, тут по одной также и остается. Считаем, сколько у нас петель осталось. Делим этот остаток пополам. У меня, по-моему, по 12, я уж сейчас, честно, не помню. По 12 петель резинки будет по краям. Можно сделать по 11. Вообще, как бы, тут уже 2 петли, они роль особо не сыграют. Все. И вяжем таким образом. Вяжем до проймы. Пройма у нас те же самые 14 петель, только, смотрите, мы делим не на 4, а на 3 участка. 14 ровно на 3 не делится, получается 5, 5 и 4. 5 закрываем сразу целиком, эту делим на тройки 3 и еще одну тройку 3. Тут как бы отсюда ее берем и 3 единички оставляем. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 рядов у нас займет наша вот эта величина. Давайте нарисуем вот здесь. Так, спинка. 5 сразу закрываем, 3, 3 и 3 раза по 1. Это у нас 12 рядов. Всего у нас то же самое количество здесь. 44 ряда. 44. Так, да? Давайте посчитаем. Всего у нас 44 ряда. 12 рядов мы с вами берем на низ. То есть вычитаем 12. Получаем 32 ряда у нас остается. Из них вычитаем еще 12, 6 и 6. Думаю, помним уже, что это за 6,6. Остается 20. То есть вот отсюда, вот до сюда у нас идет 20 рядов. Потом начинаем делать прибавки и закругляемся. Что касается горловины. Так, что касается горловины. У нас изначально с вами есть 86 петель. 86 петель минус. У нас идет 14 петель. Наша... как это, пройма с одной стороны и минус 14 петель пройма с другой стороны. То есть 86 минус 28. 8 и 58 петель у нас остается. Из этих 58 петель вычитаем 2 плеча. Плечи, помним, мы с учетом тут как бы кромочных. Но получается так, что когда у нас идет горловина, у нас также появляются, как бы были две кромочные там. По идее, они должны же быть только с этой стороны и с этой стороны. Но мы будем формировать горловину, у нас появится тоже тут точно так же кромочный. Без учета кромочных сейчас считаем. 4 плюс 4 плюс 3 плюс 3. Получается 14 петель с одной стороны и 14 петель с другой стороны. Остается у нас... 30 петель ровно на спинке.
И теперь вот эти 30 петель ровно. Если я просчиталась, я в следующем ролике об этом скажу, но я думаю, что вы смысл поняли. 30 делим пополам, получается 15, правильно же? Давайте также по половинкам и сделаем. 15 петель нужно за 8 рядов успеть убрать. То есть 8 рядов – это 4 точки разворота, делим 15 на 4. Ну, грубо говоря, получаем 4, 4, 4, 3. Плюс еще у нас там кромочные, да, добавляются. Ну, кромочные добавляются у нас в скос. Получаем, сразу закрываем, давайте, не 4, 4, да, то есть, потому что тут у нас, это же пополам горловина поделена, то есть с этой стороны у нас тоже 4, они рядом как бы закрываются. Закрываем сразу 10 петель с учетом того края. Дальше от этих 10 закрываем 5 петель, то есть делаем максимально плавно. Итого у нас остается всего 5 петель, а 2 ряда уже истрачены. Здесь мы закрываем 3, здесь мы закрываем даже, да, здесь мы закрываем 2, то есть 5 плюс 5 будет 10, и плюс 5 будет 15. Все, и переходим свободно к формированию скоса плеча. Я сегодня не буду вот это показывать. Если у вас это вопрос вызовет, ну, до следующего ролика успеете мне напомнить, я вам покажу. Все, и я думаю, что все понятно в дальнейшем по расчетам. И давайте я вам теперь покажу, как я формирую скос плеча. Итак, я довязала на нужную мне высоту. Смотрите, единственное, что я как бы пройму сделала на одну петлю меньше, но эту одну петлю потом вверху не прибавляла, чтобы у меня не 3 петли было по краю, а все-таки, чтобы вот эта косичка еще чуть-чуть продолжалась. Итак, в тот момент, когда я приступаю к формированию скоса плеча, я их буду сразу закрывать. Последняя петля, вот она кромочная, я ее не провязывала. И я закрываю, как по моим расчетам, первые 3 петли. 1, 2, 3. Провязываю теперь до конца ряда. Делаю убавки со стороны горловины, возвращаюсь снова сюда и еще раз покажу. Но я думаю, что вы, в принципе, все поняли. Я вот так вот свои шажки просто буду закрывать. Ну вот и все, мы закончили вязание. То аналогично вяжем вторую полочку. Я единственное, то ли я где-то ошиблась, один ряд какой-то пропустила, то ли что-то еще. У меня вот здесь на высоте оката остались 2 лишние петли. Поэтому будьте очень внимательны. То, что это ошибка какая-то в расчетах, я не думаю. Скорее всего, я просто пропустила где-то убавку формирования горловины. Но это не критично. И теперь, если мы приложим наш рукав к нашей пройме, давайте я вам сейчас наискосочек покажу, то мы увидим, что он идеален. Вот он. То есть все четко. Все, вяжем второй. Обязательно подписываемся на канал. И до новых встреч. Всем пока.